Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Новости рынка» в CFCA Markets. В студии финансовый аналитик Дмитрий Лукашов. Здравствуйте. И журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, сегодня Комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал Нижней Палате Парламента вновь назначить Эльвиру Набиуллину председателем Банка России. Вот в связи с этим расскажите, пожалуйста, о мнениях Эльвиры Набиуллиной о монетарной политике, о инфляции, инвестициях, ну и, конечно, о криптовалюте. Но это мнение действительно будет очень важным, потому что, скорее всего, Госдума утвердит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной. Этот вопрос будет рассматриваться 9 июня, уже совсем скоро, на этой неделе. Ну и можно отметить, что в марте президент России Владимир Путин рекомендовал утвердить ее для продления полномочий на посту главы ЦБ на очередной срок. И если все пройдет успешно, это утверждение, то Эльвира Набиуллина будет возглавлять ЦБ еще 5 лет. Напомню, что она руководит Российским Центральным Банком с 24 июня 2013 года, а до этого занимала пост главы Минэкономразвития. Ну, в общем, Эльвира Набиуллина достаточно подробно осветила важные аспекты российской экономики, о которых можно вот поговорить. Ну, во-первых, можно отметить, что она позитивно, в общем-то, сказала, что российская экономика растет уже 3 квартала подряд, и российский бизнес уже начал испытывать позитивное влияние низкой инфляции. Центральный банк отмечает рост инвестиций, стабильность и отметил позитивное влияние плавающего курса. Он работает как амортизатор внешних шоков и сглаживает колебания валютные. При этом глава ЦБ отметила, что 16 июня состоится очередное заседание российского регулятора, будет рассматриваться вопрос о изменении ключевой ставки. Она будет снижена либо на 0,25, либо на 0,5%. Напомню, что она сейчас составляет 9,25%. То есть ставка будет снижаться. Видимо, ЦБ считает, что инфляция под контролем. И, в общем, это позитивный фактор. Да. Но касаясь других аспектов экономической системы, ЦБ ожидает увеличения небанковского финансового сектора, страховых компаний, инвестиционных фондов, в том числе негосударственных пенсионных фондов, и что они будут составлять значительную часть финансовой системы, их доля будет расти. По поводу криптовалюты ЦБ подтвердил свое предыдущее мнение, что собирается рассматривать все криптовалюты в качестве цифрового актива или некоего аналога ценной бумаги, а не как платежное средство. И, в общем, скорее всего, именно так и произойдет, но можно сказать, что это позитивный фактор, потому что они, по крайней мере, будут легализованы. Ну и также глава ЦБ подтвердила решимость увеличивать золотовалютные резервы. Цель указана на уровне 500 миллиардов долларов. Сейчас они составляют порядка 400 миллиардов долларов. Ну и здесь можно отметить, что в начале, ну, то есть 2014 года, до всех вот этих экономических кризисов, до падения цен на нефть, золотовалютные резервы составляли 510 миллиардов долларов. В ноябре 2014 года Центробанк отпустил рубль в свободное плавание, а до этого, можно сказать, как вот упоминалось там в правительстве, сжигал резервы для поддержания курса. Но, как мы помним, ничего, в общем-то, это не помогло. Курс тогда с 30 рублей поднялся там до 80 рублей, а количество, объем резервов сократился до 428 миллиардов долларов. То есть ничего не помогло. Ну да, конечно. Ну что ж, решение ЦБ одобряют большинство участников экономических отношений в России.
А вот Минфин вот сегодня, по-моему, да, объявил о намерении пополнить резервы. Вот. И в связи с этим, ну, как это повлияет на курс рубля? Ведь все-таки будут покупать валюту. Ну, Минфин, пока, как мы видим, курс демонстрирует удивительную стабильность в последнее время, колебания незначительные. А Минфин заявил, что будет покупать иностранную валюту за счет рублевых сверхдоходов. Напомню, что в бюджете заложена цена на нефть $40 за баррель, сейчас она порядка $50, то есть намного выше. И вот эти вот дополнительные доходы Минфин собирается складировать в резервный фонд. Соответственно, в ближайшее время, с июня по 7 июня по начало июля, собирается в 5 раз увеличить закупки иностранной валюты и потратить на эти цели 45,1 миллиардов рублей. То есть в день будет покупать на 2,1 миллиардов рублей, что как раз в 5 раз больше по сравнению с 400 миллионами рублей в мае. Соответственно, в этом году Минфин собирается купить долларов на 624 миллиарда рубля, и намного, в общем-то, увеличить закупки, но, в общем, я не думаю, что это так уж сильно повлияет. Тут скорее вопрос стратегический, то есть сам Минфин, ну, будет покупать порядка там 35 миллионов долларов в день по нынешнему курсу, а оборот валютной секции Московской биржи, он порядка 15 миллиардов долларов в день. То есть очень незначительная сумма, но здесь смысл в том, что если вдруг присоединиться к Минфину ЦБ, то есть там совсем другой порядок цифр. То есть Минфин чуть больше миллиарда долларов хочет за весь 2017 год купить, а ЦБ, как вот говорила Эльвира Набиуллина, 100 миллиардов долларов хочет купить валютные резервы. То есть если ЦБ подключится, то, конечно, влияние будет существенным. Да. Ну и здесь как бы технически как Минфин будет закупать на торгах, то есть будет давать заявки Банку России, Банк России уже будет непосредственно покупать валюту равномерно в течение дня, и зачисляться она будет на счета федерального казначейства в ЦБ. Понятно. Ну, коли на волатильность рубля, курса рубля оказывает в том числе и курс нефти, ну, как бы переходя уже туда, давайте рассмотрим, как она сегодня торгуется, ну, и какие прогнозы на цену нефти дают Минфин и Министерство экономического развития. Ну, как мы видим, нефть торгуется в диапазоне достаточно широком. То есть здесь о каком-то тренде, кроме нейтрального, говорить, наверное, не приходится. Ну и сегодня ряд российских официальных лиц сделали различные заявления по поводу нефти. Ну, в частности, вот замминистра финансов Владимир Колочев высказал мнение своего ведомства, что вот Минфин, значит, ожидает снижения цены на нефть до $40 за баррель, то есть это даже здесь не видно на шкале, то есть это, да, ниже будет, если это произойдет. И обосновывает свое мнение тем, что после снижение произойдет после того, как ОПЕК закончит ограничивать добычу. Рано или поздно он прекратится. Это в следующем году получается? Ну, в следующем году, да. Но, тем не менее, Минфин мыслит такими глобальными категориями. То есть, если рынок получит уверенность, что цена на нефть упадет в следующем году, то она будет под давлением уже и в этом году. Ну, соответственно, тоже представитель Минфина высказал мнение, что Минэкономразвитие обновит свой макроэкономический прогноз, так как он рассчитывал, что ограничение добычи будет до июля, оно, как мы знаем, было продлено до конца первого квартала следующего года, то есть изменится, видимо, будут поправки и в бюджет текущего года, и, в общем,
ряд таких важных макроэкономических параметров будет пересмотрено. Ну и в свою очередь Центральный банк также собирается пересмотреть свой прогноз тоже по нефтяным ценам, но уже в сторону увеличения. Параметры текущего базового прогноза Центробанка российского построены на предположении, что средняя цена на нефть в 2017 году составит $50 за баррель, а в 2018-2019 годах будет $40 за баррель. Соответственно, вот Эльвира Набиуллина заявила, что 16 июня ЦБ опубликует уточненный прогноз, в котором, возможно, пересмотрит средние цены на нефть. Но это достаточно интересно, потому что ЦБ хочет, в отличие вот от Минфина, пересмотреть в сторону увеличения. Ну и тоже, касаясь темы нефти, можно отметить мнение главы крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Он высказал его в интервью газете Financial Times. Ну, кратко, Роснефть добывает 40% российской нефти. Это, во-первых. Во-вторых, единственная крупная российская нефтяная компания, которая имеет возможность увеличения добычи, так как ей принадлежат крупные месторождения Восточной Сибири, последние, вот, которые были открыты в СССР еще, и, в общем, последние крупные месторождения, которые новые, в России, в общем-то, имеются и были найдены. Поэтому она может немножко так увеличить, и, в общем, имеет свободные мощности нефтедобывающие. Ну и вот, значит, глава этой компании отметил, что если вдруг нефтедобывающие страны решат выйти из соглашения по ограничению добычи нефти, то Роснефть не позволит другим иностранным компаниям занять российскую долю рынка. То есть, в общем, пока речь не идет о том, что соглашение может быть досрочно прекращено или что-то там может измениться в ОПЕК, но, тем не менее, вот такое мнение Роснефти, оно имеет обоснование, потому что недавно Ирак, он занимает второе место в ОПЕК по добыче после Саудовской Аравии, заявил, что может выйти из соглашения досрочно, потому что, как вот сказал министр нефти этой страны, Ирак изначально просил сделать для него исключение, но этого не произошло, и, в общем, у них сложная политическая ситуация, там военные действия, и нужны средства для развития иракской экономики. Но еще можно отметить, что Казахстан тоже ранее просил для себя смягчение, значит, ограничений добычи, но увязывал это только если начнется производство нефти на крупнейшем казахстанском месторождении, Кашаганском. Но не факт, что оно начнется, но, тем не менее, если вдруг это произойдет, то Казахстан тоже хотел бы увеличить добычу. Ну, вообще, картина, конечно, интересная. Это такая получается, что Минфин говорит 40, ЦБ говорит больше. Кто из них окажется прав и чей прогноз, ну, это, видимо, покажет уже. Видимо, да, в районе 50 вот нефть, да, достаточно длительное время колеблется. Ну, видимо, это самый оптимальный прогноз, который можно дать. Но сегодня еще произошло политическое землетрясение на Ближнем Востоке. Катар перешел в категорию изгоя. То есть его обвинили в поддержке с террористов, и, соответственно, арабские страны разрывают дип-отношения, и опять-таки, вот как это повлияло на котировки? И есть ли здесь след Катара, будем так говорить? Ну, разве что возросшая волатильность. Mm-hmm. То есть в моменте, конечно, участники рынка восприняли это как рост политических рисков mm-hmm. в странах ОПЕК, и цена выросла, превысила $50 за баррель. Но потом, как мы вот видим на графике, в течение дня она немного снизилась. Дело в том, что слишком мало добывает нефти Катар. Он является членом ОПЕК, но добывает 600 тысяч баррелей в сутки, и его доля в ограничении на добычу всего 30 тысяч баррелей в сутки. То есть она очень маленькая. И в течение дня рынок стал больше обращать на внимание на другое, а в частности
на то, что, во-первых, после того, как 25 мая, ну вот видно пик этот вот, 54, там чуть выше цена на нефть была, то есть нефть уже подешевела на 7%. После того, как ОПЕК продлил ограничение на добычу вот, с 25 мая, и это связано с тем, что наращивают добычу, ну, во-первых, там две страны, которые не вошли в ограничение, Нигерия и Ливия, и вот США тоже увеличила добычу до 9,34 миллиона баррелей в день, это на 10% больше по сравнению с серединой прошлого года, и количество работающих буровых установок в США растет уже 20-ю неделю подряд. По последним данным, там уже вот сейчас работают 733 буровых установки, это максимум с апреля 2015 года. Mm-hmm. То есть ожидают, что все-таки сланцевой нефти станет больше, и, в общем, рынок в основном на это больше обратил внимание, а не на ситуацию в Катаре. Ну что ж, технологии добычи сланцевой нефти развиваются, конечно, они так и будут влиять на картину. Давайте тогда от рынка нефти перейдем к российскому фондовому рынку, посмотрим на индекс. Ну, здесь я отметил вот технический анализ линии. То есть, если, допустим, там вот в мае о какой-то покупке российских акций говорить не приходилось, потому что технический индекс снижался, когда падает, естественно, ничего покупать не имеет смысла. Но вот в последнее время вот немножко он стабилизировался. То есть, если предположить, что это вот какой-то ценовой канал, достиг он нижней границы, то есть видно параллельные линии, как бы, и вот немножко там стабилизировался, уже как-то можно что-то предполагать в плане, что май завершился на минимуме с июля 2016 года, ну, возможно, какая-то коррекция, но в основном это связано с тем, что с начала года индекс МВБ обвалился на 16%, а за это время, вот, например, S&P американский вырос на 9%. А так как фондовые рынки, они носят глобальный характер, то есть, возможно, какой-то рост все-таки, какой-то коррекция какая-то, что-то повышательное может произойти. Посмотрим. Давайте тогда посмотрим лидеров роста падения МВБ. Ну, здесь сначала хотел бы поговорите о падении. Вот ММК там понизился, но ничего страшного не произошло. Просто закрылся реестр. Реестр закрывает 6 июня, но так как режим биржевых торгов у нас, как известно, Т+2, то есть сегодня покупатели акций, они уже фактически лишаются дивидендов, ну и вот ММК подешевел на сумму дивидендов. Ну, понятно. Ну, акции, конечно, торгуются разнонаправленно, но вторую сессию подряд показывает хороший рост АФК-система. Расскажите про нее, какие перспективы нас ожидают? Ну, действительно, да, вот заметный рост котировок второй день. В первую очередь, это, конечно, связано с заявлением главы Роснефти о том, что, возможно, он не исключил пересечен мирового соглашения. Завтра состоится первое судебное заседание по иску Роснефти и Башнефти к АФК-системе в сумме там, почти 170 миллиардов рублей. Ну и, соответственно, это вот повлияло позитивно на инвесторов, потому что акции обвалились в два раза. В общем-то, как-то уж было чересчур, наверное. Вот. Ну и вышла еще, кроме этого, отчетность Роснефти за первый квартал. Она оказалась не очень хорошей с точки зрения скорректированной чистой прибыли. Она сократилась почти на 30%, составила 1,6 миллиарда рублей. Но снижение выручки было гораздо менее существенным, там меньше процента. И квартальная выручка составила 163,4 миллиарда рублей. И здесь можно отметить, что сейчас капитализация всей АФК-системы близка к 130 миллиардам рублей, что намного меньше квартальной выручки и годовой. В общем, компания выглядит недооцененной, слишком там политический риск учитывает слишком сильно. Ну что ж, для акций АФК-система завтра судьбоносный день.
Ожидаем первого судебного заседания по иску Роснефти и компании КФК-системе. Подождем завтра. А сейчас расскажите о... Можно вернуться к лидерам? Расскажите тогда о Масэнерго. Ну... А, не Масэнерго, извините. Ах, давайте о Московской бирже. Да, Московская биржа – это хозяйка российского фондового рынка. Как мы видим, тоже похожие линии, но это все-таки акции Московской биржи, а не индекс. Тоже начали они подрастать. Связано это с тем, что JP Morgan Chase, крупнейший инвестиционный банк в мире, получил право на косвенное владение 5% акций Московской биржи. Здесь можно отметить, что достаточно много иностранных инвесторов владеют миноритарными пакетами от крупнейшей российской площадки, что, по сути, как бы для всех других инвесторов является сигналом о том, что актив очень неплохой и как бы привлекательный. Вот, в частности, еще Оппенгеймер фонд 5% владеет. Ну и вот тот факт, что JP Morgan тоже заинтересовался акциями вот российской площадки, конечно, позитивно повлиял на ее акции. Ну и кроме этого, можно отметить увеличение объема торгов в мае на Московской бирже. Он составил 71,1 триллионов рублей. Это не так много, не такое большое увеличение по сравнению с апрелем, то есть на 200 миллиардов. Но зато вот по сравнению с маем 2016 года, тут уже очень солидный получается прирост, больше 20%, потому что в мае прошлого года оборот составил там 58 триллионов рублей, а в этом году, как я уже говорил, 71, то есть достаточно большой прирост, и акции выросли. Понятно. Ну, расскажите тогда о других лидерах с роста. У нас на очереди Мосэнерго. Так. Мосэнерго, да, они тоже находятся в нейтральном диапазоне, но показала, в общем-то, некий рост. Этому способствовала информация о дивидендах. В частности, почти 8,5 копеек будет выплачен дивиденд. Это 3,5% доходность. Но здесь в этом году будет направлено на выплату дивидендов четверть чистой прибыли ФСО. Но, в общем, не исключено, что в будущем доля дивидендов возрастет до 35% чистой прибыли по МФСО. И вот такая информация, она, в общем-то, казалась позитивной для акций компании. Также сегодня у нас начали небольшой рост, продемонстрировали акции Россетей. Компания может доплатить 2 миллиарда рублей дивидендов за прошлый год. Пока выплачено 1,8 миллиарда рублей. И, в общем, об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, что дивиденд все-таки может быть побольше. И, ну, реакция была достаточно спокойной, потому что еще вот дата составления списка лиц, которые имеют право на дивиденды, она будет еще не скоро, 19 июля. То есть время еще есть. Ну и акция Аэрофлота. Видно, что никакого падения не было, вот когда индекс падал, только наверх. Сегодня глава компании сообщил, что ожидается рост пассажиропотока в этом году на 15,4%, и Аэрофлот готов перевести более 50 миллионов человек. И, в общем, это оказало позитивное влияние на его котировки. Понятно. Ну что ж, давайте тогда, да, действительно, мировые индексы, и кратенько. Ну, можно, да, немножко поговорить. Сегодня очень спокойный день на мировых биржах. В Германии и ряде европейских стран биржи не работают в связи с праздником День Святого Духа.
Это пасхальный такой, после постпасхальный праздник у них католический. Вот. И можно отметить, что, в общем, остальные фондовые индексы были сегодня под давлением, так как инвесторы отыгрывают слабые данные по рынку труда в Америке, которые вышли в пятницу на прошлой неделе, а также все-таки вот катарский фондовый индекс обвалился на 7%, тоже вот повлиял. Понятно. Ну ладно, будем следить за ними. Уважаемые телезрители, вы смотрели новости рынка в Safe Market. В студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашов и журналист Сергей Кудряшов. До новых встреч.